Привет, дорогие друзья, вы на канале CryptoBaby, и сегодня я вас познакомлю с удивительным, уникальным и даже смешным проектом. Наш проект называется Biden Blonde Coin. Что же это означает? Ну, означает это ошибка Байдена. Работает у нас, кстати, все в Солане, на блокчейне Солана. И, как мы видим, здесь у нас действительно фатальные ошибки Байдена. Ну и не только, также различные приколы и все, что связано с самим президентом, нынешним президентом Америки Джо Байденом. Ну и, как мы видим, здесь очень много уморного юмористического контента, поэтому если вы хотите делать иксы с каким-то токеном, ну и, конечно же, при этом весело, круто проводить время, то Biden Blonde Coin это именно для вас. Так что, друзья, принимайте участие. Я думаю, это не все, будет добавляться контент и будет много всего очень крутого, смешного и, конечно же, веселого. Как мы видим, здесь там то падение, то дедуля захотел пойти на толчок, побежать резко, то еще какие-то моменты. И здесь, собственно, это все высмеивается на таком юморном моменте. Ну, то есть, как мы видим, здесь все приколы у нас с дедулей Байденом. Ну и много-много всего интересного, как мы видим, контента очень много, можно листать бесконечно, конечно же, и смеяться, так сказать, от души. Особенно если вы там знаете или не знаете английский, но даже те, кто английский не знают, тоже для себя много чего почерпнут и поржут от души. Что же такое Biden Blonde Coin? Это криптовалюта, посвященная самым знаковым оплошностям и промахам Джоэла Бодена. Путает ли она имена или забывает полуслово предложения? Эта монета запечатлевает все, что вызывает бесконечный смех. Идеально подходит для тех, кто ценит юмор в своем портфолио, инвестирует в ошибки и наблюдает, как растет ваш смех. То есть название неспроста, как ошибка Байдена переводится у нас. Можно купить уже BBC Coin. Тоже так знаково звучит, BBC Coin. Также, если вы прочитаете технический документ данного проекта, ему легче будет следовать, чем речи самого Джо Байдена. Так что документацию мы тоже с вами обязательно посмотрим. Здесь у нас открывается мир безграничных возможностей, где путешествие так же волнующее, как пункт назначения. И где каждое мгновение – это возможность оставить свой след в 2024 году. Поэтому не забывайте подписываться на социальные сети. Это важно, если вам понравился проект. Также у нас есть подробный обзор, где можем ознакомиться с проектом от другого блогера, тоже на YouTube. И, как мы видим, здесь тоже так нехило посмеялись, сделав такую прикольную картинку на проект Biden Blonde Coin. Значит, на DexTools у нас есть график токена, пока он не совсем, но я думаю, с держателями, конечно же, в цене будет расти BBC Coin. Держателей пока у нас немного, но я думаю, мой обзор хотя бы немного исправит эту ситуацию. Также хотела сказать, что можно приобрести также на Радиуме тоже коины BBC. И есть у нас техническая документация, все по проекту, все по токену, все моменты учтены. В данной информации я оставлю ссылки в описании. Также у нас есть токеномика, где общее предложение токенов у нас составляет 46 миллиардов коинов BBC. Также 100% ликвидности у нас было заблокировано и сожжено. Еще хотелось сказать о том, что комиссия у нас при покупке 5%, ну и они, естественно, распределяются. Есть дорожная карта, все началось с создания, собственно, проекта. Далее у нас лаунч BBC токена. Ну и много других интересных моментов, таких как создание мемного контента,
Далее у нас социальные сети развивались, ну и много-много всего интересного происходит. Ну, все желающие смогут ознакомиться, ссылку я оставлю в описании, не теряйте, по-моему, тут будет реально пожар, как весело. Есть у них также своя страница в Телеграме, можете переходить, подписываться и ржать вместе с Баден Бландер Коин, вместе с угарного контента с президента Америки Джо Байдена. Я вам всем желаю удачи, улетного настроения. Я думаю, после проекта данного оно у многих поднимется. Мне ставьте лайки, дизлайки. Обязательно пишите комментарии, что вы думаете по поводу BBC Коина, ну и многих других моментов. Также не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!